В День России 12 июня впервые в республике на здании Дворца молодежи появится видеопроекция флага Российской Федерации. Лучше всего светящийся триколор будет виден в темное время суток, поэтому появится он ближе к 10 вечера и будет украшать здание до 12 ночи. Для создания такой праздничной подсветки сотрудники дворца установят видеопроектор на козырьке над главным входом в здание. 12 июня по всей стране пройдет ряд праздничных мероприятий и акций. Один из проектов – это мэппинг в День России. Это украшение световым триколором зданий и сооружений. Дворец молодежи Республики Мариэл готов присоединиться к этой всероссийской акции. Сегодня ведутся последние подготовительные работы. И уже в День России в 21:45 здание будет украшено цветами государственного флага Российской Федерации. Конечно, это поспособствует созданию патриотической и праздничной атмосферы для жителей нашего города. Флаг России появится и на экранах города, а также в окнах обычных граждан. Вы тоже можете присоединиться к акции, вывесив российский триколор или оформить окно тематическими рисунками. Пока в республике действует режим повышенной готовности, массовые мероприятия под запретом, и такие акции позволяют всем нам почувствовать единство нашего народа и отметить праздник, не ставя под угрозу здоровье близких.